Пакет подойди сюда. Сзади попробуй. Сзади попробуй. Во. 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 Вот, для меня. Угу. У меня портрет. Надо прям крупнять. Во. Во. И на меня глянь тоже. И на меня. Ну, не леопарды, конечно. А кто собрался уезжать? Кто в путешествие собрался? Пончик, ты что ли? Или братья мои собрались? Красавцы. Ну что вы перестали играться? Так красиво игрались. Как бы люди так друг друга любили. Называется «Угадайте, в чем гном сидит». Ну, как вы думаете, что это такое? Гном, ты куда села? В перевозку для купальников, да? А потом еще, когда будет, а то я в Иордании. Я сейчас посмотрю, я тут записываю сторис. Вон у меня вся грудь в иголках. У нас тут сеновал, птицы поют. Сейчас покажем, какой потолок. Мы, в общем, в очень в антуражном месте. И я тут вот с мужиками. Вот мой мужик сидит. И там еще один парится по имени Лена. Как тебе? Вот для меня вот открыли девчонки такой, смотрите, тут свечка какая. Я вот тортик принесла, кстати. Тортик. 4 сезона, можно сказать. Да, ассорти. Ну, мы сейчас его откроем и похвастаемся. Тут и шоколадный, и трюфельный, в общем, чизкейк. Сейчас будем хомячить. Вон тут самовар, баранки, конфетки, бараночки, кисло-сладкая орешка. И чаек. Наша водочка сегодня. Сказала, что я в бане с мужиками. Пью водку. Вот. Вон один мужик, вон второй. На сеновале. А вот мы тут... Сейчас, подожди, сеновал. Давай, вон. Сейчас мы пойдем на сеновал. Давай. Ну ты где? Иду, иду. Так, ну смотрите, у нас тут, мы сейчас будем что-то тут, вот это медовик, девчонки, я буду медовик, вот это, скорее всего, чизкейк, это что у тебя такое вкусное, это, мне кажется, морковный торт, этот пирог, а вот это я, честно говоря, это типа Рафаэлла, ой, слушайте, охренеть, нам тут вообще, мы отсюда выкатимся колобками,
Крутецкий. Сразу спортзал. Да, отсюда сразу в спортзал. Короче, сейчас будем все пробовать. Нереально.